Конец! По дворцу! Господин, нужно дойти до ворот дворца. Наши люди долго не продержатся. Варвары подбираются к воротам дворца. Мы должны добраться туда раньше и удержать их! Вперед! Бросить лестницу! Хватайте лестницу! Сегодня ты умрешь! Бросите их! Что с обороной, солдат? Есть! Большая часть 18-го легиона может сражаться. В вашем распоряжении 3 вспомогательных отряда. Скорпионы, лучники и катапульты. Проклятые псы! Шеренгу! Северная баррикада! Держать! Зал!
Отступление! Держать, солдаты! Держать! Стройте, вот прорвется! Залп! Разместить катапульты по дворе дворца! Стрелять по моей команде! Катапульты! Залп! Отступить! Отступить! Господин, мы отбросили их. Во дворец прорвалась лишь горстка врагов. Помогите! Я приказываю! Император, враг прорвал оборону дворца! Меня не волнуют варвары! Меня волнует он! Я отведу вас в надежное место. Надежное? От этого демона не скрыться. Нужно отвести вас в надежное место. В ваши покои. В покое? Нет. Нет. В сокровищницу. Сюда. Вперед! Почему дверь закрыта? Там кто-то есть! Думаю, лучше тебе открыть ее. Генерал идет! Наконец-то! Сгори, римляне! Yeah!
Сюда! Быстро! Вперед! Ну, вперед же! Дамоклов осталось мертвых, о боги! Дамокл? Дамокл миф. Лишь люди убивают людей, император. Боги могут направлять нас, но они не вмешиваются в дела смертных. А? И какой же великий оракул вам это сказал, генерал? Мой отец. Здесь мы в безопасности. Да, здесь мы в безопасности. Я молю богов, чтобы мы были в безопасности. О, здесь безопасный император. Насколько это возможно? Да, слава богам, а? А ты? Как твое имя, солдат? Марий. Но мое имя не важно. Важна моя история. Отец говорил, что судьбу дают боги. Но путь мы выбираем сами. Ваша судьба — быть императором, а моя — солдатом. Честь моего отца привела его к служению народу. Но что привело нас на наш собственный путь? Что сделало нас такими? Моя история началась 10 лет назад. Отец! Марий! Рад снова видеть тебя. Как я выгляжу? Как настоящий солдат Рима? Выглядишь отлично, сын. Добро пожаловать домой! Добро пожаловать! Ты знаешь, куда тебя отправят? В Александрию. О, Александрия! Такая тихая провинция. Мама будет рада. Я стал солдатом не просто так, отец. Я хочу сражаться, как ты, за империю. Всему свое время, сынок. Всему свое время. Сынок, запомни, что врага можно встретить не только в бою. Отец? Марий! Дай взглянуть на тебя. Красавчик. Мам, не надо. Твоя сестра хочет тебя увидеть. Скоро увидит, любимая. А сейчас мне нужно поговорить с сыном наедине. Хорошо. Пойду поищу твою сестру. Тебя что-то беспокоит, отец? Что ж, позже поговорим. Теперь покажи, чему научился. Приготовься. Сперва заставь меня раскрыться. И еще. Снова. Марий, чтобы ударить меня, заставь меня раскрыться. Вот так. Отлично, сынок. Еще раз. Теперь ударь меня! Трижды! Попался! Давай заново! Еще разок! Отлично фехтуешь! Приготовься! У тебя всего мгновение на выбор. Я!
Соберись, Марий. Время решает все. Снова! Жди возможности. Попробуй еще. Не так. Бей в нужное время. Заново! Заставь меня раскрыться! Отлично. Теперь комбинируй движения. Чтобы ударить, заставь меня раскрыться. Давай снова. Вперед! Двигайся, Марий! Жди подходящего момента и бей! Заново! Нет! Сперва заставь меня раскрыться! Еще раз! Идем! Вот так! Мастерски! Печальный, но великий день. Сын впервые победил отца. Возможно, ты овладел мечом, но... Не надо встречать мир с ним. Вначале приходи без оружия. Пройдемся, сын. Я слышал, что время нынче неспокойно. Да, пришли опасные времена. Эти выборы могли бы многое изменить. Даю это тебе, как и твой дед когда-то отдал это мне. Когда придет время командовать людьми, вспомни мой рассказ. Легенды гласят, что Дамокл был великим воином. Признанным вождем огромной армии. Во время Великой Битвы трусливые генералы бросили его. После смерти Дамокл попал в подземный мир. И Немезида, богиня мести, пришла в ярость от того, как обошлись с героем. Она вернула его на землю в облике духа мести. Центуриона в черных доспехах, который ищет генералов-предателей, чтобы покарать их. До сих пор многие командиры носят кинжалы с изображением Дамокла. Кинжал напоминает им, что они не должны бросать своих. Не то восставший из мертвых черный центурион отомстит им за все злодейства. Септима! Варвары! За мной! Сегодня ты умрешь.
Что происходит? Убить его! Ответь мне! Сдавайся или умри! Ты в порядке? Мимо, подонок! Марий, нас хотят убить! Нужно попасть в здание Сената и спасти моих людей! Только ты и я! Вперед, Марий! Римская трасса!